Да, Венера. 5 июля 2020 год. Харьков. Конечно, только встает из-за горизонта. 3.03 по Киеву. Совсем плавает в атмосфере. В потоках воздуха. Резкость пробы. Тут дело не в резкости, тут дело в том, что над самым горизонтом сейчас Венера. Она просто через колоссальные слои воздуха проходит свет от нее. Ну, то есть от Солнца отражена от Венеры. Подождем, пока она чуть повыше будет забираться. Благо у нее все еще впереди. Этим утром. А переключимся пока на других участников сегодняшнего парада планет. Это фонари. Так вот, смогу ли я сейчас попасть на Марс, как бы это ни звучало. Попасть в Марс.